Открытый родительский университет при городском отделе образования расположен в школе номер 17. Он направлен на развитие образования и воспитание учащихся, укрепление семейных отношений, решение ряда вопросов, касающихся общественного и семейного воспитания. В университете родителей и детей поддерживают педагоги-психологи и медицинские работники. Родительский открытый университет осуществляет свою просветительскую работу и на телевидении. Час психолога проходит один раз в неделю, где мы уже оповестили родителей об особенностях дистанционного формата обучения, с какими трудностями, да, сталкиваются дети, родители, об организации самостоятельной деятельности детей, также о профилактике буллинга и кибербуллинга, потому что сейчас родители очень часто к нам обращаются именно с такой просьбой, что дети очень много сидят за компьютером, за интернетом, и как разнообразить вид деятельности детей. И мы оказываем помощь, поддержку. Стоит отметить, что за помощью в открытый университет может обратиться любой родитель. Интересующие вопросы также обсуждаются на родительских собраниях, которые проходят посредством платформы Zoom. Как известно, сейчас родители особенно беспокоят успеваемость детей и их увлечение компьютерными играми. Многих родителей интересует вопрос пристрастия к играм. Мы также называем это игроманией. Поэтому поступает очень много предложений, как работать с такими учениками. Мы помогли многим родителям. Мы работали с большим количеством учеников, но все это конфиденциально, поэтому мы не можем говорить откровенно о конкретных случаях. Но работы проводится много. Непосредственно работаем и с отдельными учениками. Проводим психокоррекционную работу. В ходе бесед модераторы и педагоги-психологи затрагивают темы, отвечающие требованиям времени, запросам родителей и интересам школы, дают советы, направленные на укрепление отношений между родителем и ребенком. Университет помогает как родителям, так и школьникам, потому что особенно во время карантина, во время дистанционного обучения, мы, родители, начали многое узнавать о наших детях в условиях обучения на дому. Мы учились у педагогов-психологов, работающих в этой школе, узнали о наших детях, то, что мы раньше не замечали. Они всегда готовы ответить на наши вопросы и постоянно стремятся нам помочь. По словам руководителя открытого университета родителей Инны Масановой, в случае возникновения определенных проблем в семье или с ребенком можно обратиться в администрацию 17-й школы. Талшын Шакыртхан, Бакыт Кулькадес, Гульназ Каукен, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».